Бугагашечки, дорогие друзья, подписчики и любители инди-ужастиков. Мы здесь проходим Into the Gloom, и мы только что открыли вот этот механизм, точнее его активировали. Я полагаю, что это, скорее всего, механизм управления решетками, да? Так что давайте, если вы помните, так, дайте вспомнить, как мне обратно-то идти. Прошел день, и поэтому я малость немножко все призабыл. Итак, у нас в одной из... Так, в одной из палат были кусачки. А еще мы видели дверь закрытую на какую-то цепочку. То есть нам нужно найти кусачки и открыть дверь. И пойти дальше. В общем, вот так. Эй, привет, девушка. Так, опа, кусачки у меня в кармане. Ты не обидишься, надеюсь, что я их взял? Да? Хорошо, потопали. Опа, это здесь. Так, давайте их возьмем, что ли, в лапки. Так, так, так. Ага. Отлично. Это сработало. Да, детка? Милый, что? Кладбище? Жесть какая. Хорошо. Что у нас здесь? Две камеры. И автомат с колой. Я хочу колу, ребятки. Дайте, дайте немножечко. Понятно. Понятно, туалеты. Заперты. А за окном все та же красная аура. Так, 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 так. Ой, блядь, я ж испугался. Такие звуки резкие в этой игре. Хотя она сама вроде бы тихая, спокойная. О, неужели мы куда-то вышли? Та-та-та-та-та-та-та-та. Хорошо. Сек Эй. Что это все значит? А знаете, звук этот меня малость настораживает. Это завывание на заднем плане? Да ладно, опять загадка. Круто. Ага, значит нужно мелодию наиграть, да? Какую-то. А где взять подсказочку для этого дела? Окей. Так, что-то я сделал. Нет, я ничего не сделал, потому что это не работает. Но как это активировать? Посмотрите, за окном этот мудила черный с красными глазами, который меня преследовал здесь. Вот он стоит. Поджидает меня. Хрен тебе, чувак, не догонишь. Так. Знаете, у меня такое подозрение, что для начала мне нужно правильно здесь активировать этот механизм, да? После чего я смогу нажать на этот рубильник. Но как? Да ладно вам, я не знаю, как это сделать. А это что? Так, что-то я не помню этого места. А, так все правильно, я же пришел отсюда. Я лесенку не заметил. Давайте изучать. Надеюсь, здесь есть подсказочка. Так, не открывать ворота. Да? Что-то про звуки. Ладно. А, вот! Это и есть подсказочка, да? Так, а что дальше? Зашибись. Что это за место? Знаете, как будто зеркальная отражена комната. Ну, коридор. С дверьми. Так, здесь открыты. Здесь заперты. Значит, давайте посмотрим, что здесь. У-у-у, какая подозрительная комнатка. Окей, бро. Мы вышли куда-то. А зачем? Блин. Так я же, по идее, еще загадку не решил, почему меня выпустили. Вау! Что это? Телефонная будка, да? А как тебе нажать, бро? Да никак, видимо. Зашибись. Я в какой-то город попал.
Так. Окей. У нас есть выбор, да, куда пойти? Здесь какое-то подозрительное красное дерево растет. Жесть какая. Допустим, люк. Охренеть! Сколько здесь вариантов выхода, да? Давайте посмотрим сначала здесь. Заперто. Ну, уже что-то, уже радует. Радует, что выходы... Subway! Метро? Так. Трубы? Зашибись. Что я могу сказать? Все заперто, да? Хорошо, тем лучше для меня. Пока я не решу ту загадку, видимо, дальше нам не пройти. Возможно, там ключик, поэтому давайте вернемся и попробуем ее решить. Повторить ту мелодию с магнитофона. Так, там было что-то... Ту-ту-ту-ту-ду. Что-то такое. Ту-ду-ту-ту-ду. Ну-ка, давайте. Нет. 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 Нет, блин. Ту-ду-ту-ту-ду. Так. Вроде бы начало такое. Вот. Что-то подобное было. Хм. О! Я ж испугался, блин. Я не ожидал такого. Оказывается, смотрите, нужно было не... мелодию поиграть в правильном порядке, наоборот. То, что мы там услышали в том магнитофоне, наоборот, воспроизвести. О, блин, ладно. Так. Что-то я активировал, да? А что? А, вентилятор. Да? Заработал. Ну-ка. Так, ворота открылись. Этот чувак убежал почему-то. Это нормально? Это нормально, чуваки? Братья, братушки! Он, по-моему, сюда бежит, да? Черт, жесть какая. Ну ладно, допустим. Допустим, мы что-то сделали. Потопали дальше. Какие-то я открыл ворота. Какие-то ворота. Но какие ворота? Почему вы не хотите мне сказать, какие же ворота я открыл? Почему? Ладно, плевать. Плевать. Потопали тогда вот здесь. Спустимся. Может быть, здесь эти ворота проклятые были когда-то заперты? Но я их открыл. Так что все круто. Водичка. Эпично. Заперты? Так. Может быть, эти? Да нет. Или эти? А, вот эти, наверное, да? Наверное, вот эти ворота я открыл. Ха-ха-ха-ха! Значит, не зря мы решали эту загадку. А я уж подумал, что я зря потратил время. Неужели мы куда-то вышли? Так, что это? Окей. Темно и страшно. А что же там? Ой, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Нельзя. Нельзя. Знаете, этот звук меня напугал. Он как бы намекает, что если я пойду дальше в темноту и вглубь этого проклятого коридора, то, скорее всего, я огребу по полной. Так, это... Это метро, да? Карта. Шикарно. И как вот по такой карте я буду здесь ориентироваться? Это же жесть натуральная. Так. Бухло. Напоминает нам как бы о том, что можно снимать напряжение бутылочкой вина, да? Так, почему-то вывеска без всяких надписей просто висит в воздухе, как бы она мне на голову не упала, да? Ой, бля! What the fuck? Хорошо. И что? Так здесь ничего нету, тупик. Только картина с человечком, да? Зашибись. Зачем я сюда пришел? Да. Ладно, потопали обратно.
Наверное, выход где-то на втором этаже. Или дальше. Мы же дальше не были, да? А, тут тоже подъем. Ну ладно. Что нам терять-то? Так. Выпивка. Не работает. Третий путь. 24-я платформа, да? О! Я что-то нашел. Огнетушитель. На кой он мне хрен? На кой хрен мне огнетушитель? А, ну я слышу вроде бы по звуку, что огонь где-то, да? То есть мне нужно потушить огонь. Именно этим мы сейчас и займемся. Опа. Типа сюда? Типа сюда. Круто. А вот и огонек, да? Так, черт, здесь... А, это трубы горят. Так, давайте что ли... Где там наш огнетушитель? Ха-ха! Вот и все. Самый сложный квестовый элемент мы прошли. Значит, мы идем дальше. Что? Не пройти, о боже. Метро, метро. Метро всегда таит в себе опасности. Я еще помню метро по Silent Hill 3. Там тоже здесь любили делать разные задачки, связанные с проникновением в труднодоступные места через разные пути и платформы. Хитростью, да? Ага. А дальше что? Заперто? Блин, лабиринты какие-то. Это плохо. Это негативно сказывается на мне. Ага, здесь тоже заперто. Значит, выход очевиден. Это здесь. Так, что это? Морг какой-то, что ли? А почему он... Почему он в метро? Это же глупо, наверное. Да? Ой! Ой-о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 й! Закрой твою дверь, проклятую! Ой, и здесь тоже закроем. Все, я в домике. Проклятый силуэт черный, он меня преследует здесь. Это же жесть. Опа, куда-то я вышел. Ага, мы выбрались. Так, здесь тупик. Здесь тупоредка. И звук опять этого пожара. Подозрительный звук пожара. Нам сюда, по-любому. Да? Добро. А, так мы теперь выбрались из города и попали на берег, на пристань, да? Здорово, вот кораблик проплывает. Привет, гуманоиды! Заберите меня отсюда! Не хотят. О, блядки, я вам еще припомню. Не хотят они меня забирать? Так, смотрите, есть лесенка. Вот какая-то лесенка. Подозрительная. Нам же сюда, по идее. Так, хорошо. Что-то как-то меня подтрясывает здесь. Не к добру это дело. Ух, ни хрена себе. Я забрался-то. Так. Опа. Опа. Хорошо, пожар, смотрите. Здесь мне очевидно, что не пройти. Да? Хорошо, идем по мосту. Ой, с мостом у меня, знаете, такая ассоциация сразу. О, твою мать! Меня преследует какой-то мудила! Я не могу... Я застреваю в этих ступеньках! Отвали, придурок! Отвали от меня! О, божечки! Куда бежать? Куда бежать? Куда? Сюда? Хорошо? Сюда? Окей, без проблем. Жесть. Еще этот заднеплановый звук такой, знаете, жесткий. Давит на психику. Ой, какой страшный! Так, куда бежать? Куда я вообще бегу? На какой-то холмик, что ли? Жесть! Не смотреть назад! Он меня преследует! Он от меня что-то хочет! А, отвали! Забирай все! Деньги забирай! Конфеты забирай! У меня в кармане есть куча конфет! Забирай все! Только меня не трогай! Божечки! Это так напряжно! А если будет тупик? Я тогда грибу по полной и вообще здесь потухну! Надеюсь, ты открыта дверь, потому что если нет... Я... Так,
Шикарно. Вы только посмотрите, куда меня нелегкая занесла. В какой-то лес страшный. Типичный хоррорный лес, да? Жесть. Ха-ха. Так, камушек. А, это кустик. Ладно, давайте пойдем по тропинке. Да? Так. Флаттерхаус. Там какой-то домик, потом Джейхаус. Какой-то домик Джея. Главные ворота здесь. Флаттерхаус, это же вроде бы скотобойня, да? Скотобойня там. И еще что-то есть. Church. Церковинка, а, это церковинка, знаете, показалось какой-то замок графа Дракулы. Ладно. Так, давайте что ли на скотобойню сходим для начала? Скотобойня. Привет, бро. Опа, кого-то здесь постелили и раздробили на части. Hello. Знаете, вроде бы help, да? Но почему-то мне кажется, что... Заперто. Мне кажется, что это слово hello. Так, хорошо, инструменты пыток, мы их уже видели. Опа, что-то можно взять. Веревка? Окей. А это что? Пульт дистанционного управления телевизора. Какого хрена? А зачем это мне? Я что, буду телек... О! Трупы пропали! Трупы! Они были здесь, и они пропали! Это ненормально. Хорошо. И рисунок, смотрите. Время — это ключ. Да? Или просто часики летят по траектории прямой этой стрелочки до ключа. Ну, наверное, просто это подсказочка, да? Видимо, здесь будет какая-то очередная задачка. Головоломка. И мы будем делать что-то с часами. Видимо, да? Есть даже внутренний дворик такой. О, что? Где? Где? Что? Я пошел домой. Что-то было. Твою мать, звуки такие недобрые. Привет, бро. Ты опять с автоматом Калашникова здесь висишь? Так, это что? Матчес? Спички? Я нашел спички, бро. Это же круто, да? По идее. Так, хорошо. Я нашел спички. Так, у меня есть пульт от телевизора, у меня есть спички и у меня есть веревка. Зачем мне это... Опа. Что там такое? Посмотрите. Что-то беленькое, как будто глаза. О, жесть. Глаза в темноте. Мать твою. Это напряжно. Так, чёрч. Церковь, да? И еще есть пи-хаус какой-то. Давайте в пи-хаус сначала сходим. А, вот телевизор, да? Жуткая картина с крестами, кладбище. Так. Значит, использовать, я так понимаю, пульт, да? Так. Опа. Круто. А как тебя активировать? А, бро? А, вот. Хорошо. Красная кнопочка, да? 254. 250. 4. Ни хрена. Число зверя. Тоже не работает, да? Так. Ну, очевидно, что здесь какой-то пароль нужно сделать. А где я вам пароль раздобуду? Так. А, минутку. Часики. Часики это ключ, да? Круто. А что у нас по времени, значит? Вообще, по идее, это 21 час, да, и 25 минут. Но здесь всего у нас 3 было. 3 символа, да? То есть это 9, 21. Ой, тьфу ты, 25. Давайте. 9, 20... Нет. 9, 25, да? Воу! Что? В общем, какие-то ворота открылись, да, видимо? Я слышал звук открывающихся ворот. Наверное, ворота церкви, да? Может быть. Да, наверное, они были заперты, эти ворота. Я на это надеюсь. Тогда все логично, да? Сколько трупов висят. Вот они все,
со всей игры, все, кого я встречал, они теперь здесь, и им не скучно, это главное. А раз им не скучно, то они не причинят мне вреда, не так ли, бро? Хорошо. И что? Здесь что-то висит. Петля. Типа мне повеситься, да, нужно? Типа мне нужно свести счеты с жизнью и быть как все? Нет, такого не бывает. Такому. Так, спички. Может это поджечь дело? Да вроде бы нет. Так. Еще одна веревка. Ну-ка давайте. Тоже нет. Так, хорошо. Вот посмотрите, я заметил, что за заборчиком есть тропинка. Вот она. И она ведет из-за дома. А этот домик мы здесь, по-моему, часики, да, вот мы телевизор здесь активировали, значит, вот, тропинка, точно. Как я мог это дело не заметить? Значит, действительно, здесь что-то есть. И опять же, развилочка, куда пойдем? Налево или направо? Давайте направо. Или нет, давайте налево сначала. Вот, потому что здесь домик есть. С выбитой дверью, да? Вау! Ой, твою мать! Ой, блин! О! Ой, жесть. Там кто-то был. Ну это туалет, да? Это толканчик. Знаете, с такой вырезанной луной, то есть полумесяц. Миленький ключик какой-то. Я нашел маленький ключик. Да? Эй, бро, вылазь оттуда. Здесь безопасно. Выходи. Твою мать, он прям торчал из туалета. Голова такая. Жесть. Жесть, а это что? Колодец, да? Наверное. Да, колодец почему-то. Но там слишком темно написано, что я не могу ничего использовать. Так. А, подождите, темно, да? У меня же спички есть. Так, ключик. О, спички. Давайте. Так, это не работает, да? Да ладно. Хорошо. Что мы тогда пропустили здесь? Ну вот, у меня есть веревка, то есть я могу, по идее, веревку закрепить здесь, за дерево, и на веревке спуститься в колодец, допустим, да? А спичками я могу подсветить все это дело. Так что ж тогда тебе не нравится-то? Веревка тоже не работает? Так. Окей, ключик, да, есть. А помните, там был в скотобойне, был шкафчик, закрытый на ключик? Давайте, что ли, туда сбегаем? Так, вот он, да? Подозрительный шкафчик. Нет, это не тот ключ, вот он. Ну-ка. Опа! Это сработало! Круто! Так. Я нашел крючок. Крючок? Нахера? Нахера? Так, хорошо. Крюк и веревка. О! Ха-ха-ха-ха! Я Эйнштейн! Реально, значит, теперь мы сможем этим инструментом, да, подковырнуть что-то в темном колодце. Но для начала нужно его осветить как-то. Так. Ну, проверим, что ли. О! Так. Я что-то сделал. Я нашел. Ну-ка, что я нашел? Деревянный манекен, да? Нахера? Круто. Эта игра становится интересной. Я зачем-то нашел манекен. А, подождите. Первое, что мне пришло в голову, может быть, его повесить сюда? К остальным висельникам. Потому что себя вешать я не хочу. А, может быть, это как-то манекен мне в этом деле поможет? Опа, да, хорошо. Что-то про папу? Так, манекен на веревке, да? And know what? И что, дальше? Что-то поменялось? Так. И все, знаете, все так на меня смотрят пристально, эти висельники проклятые. Ну, допустим. О! Получилось! Эврика! И что? Ну, потемнело здесь. Кстати. Да? Манекен горит. И что? И зачем? И опять ничего не произошло.
Хм. Горящий манекен, это, конечно, круто. Но что... О! Какого хрена? Куда я полетел-то? Зашибись? Так, это я где? Это не может быть реальностью. Что за хрень происходит? Наш главный герой в недоумении. Да и я тоже в недоумении. Так. Свечка. Куда топать? Может быть, вдоль свечек? Да, действительно. Только, пожалуйста, никакая там белая морда из темноты не выпрыгивай. С резким и жестким звуком. Я обделаюсь прямо здесь. Не надо мне такого сюрприза. Мазафака. Так, идем за свечками. Идем за свечками. Свечки — это добро. Свечки — это спасение, да? Спасение во тьме. Во тьме ночной при свете дня. Свечки вновь спасут меня. Так. Хорошо. Потопали. Что-то у меня, знаете, такое смутное подозрение, что я кругами хожу. А, нет. Что-то новенькое. Много свечек. Так. По-моему, свечка в форме стрелки, да? Показывает вот туда идти. Ой. Так, ладно. Давайте, что ли, пойдем по стрелке. Так, так, так. Я пока иду. Да! Что-то есть. Выход. Привет, Cry of Fear, да? В Cry of Fear была такая фишка. Ну, что-то подобное. И у меня произошло сохранение, кстати. Жесть. Прикольно. Прикольный эффект, да? Такой, знаете, изгибательный коридор. Спиральный. Спиральный и изгибательный. Хорошо. Оу! Какого хрена? Да вы издеваетесь? Заткни себе в одно место свой проклятый жуткий смех. Зашибись. Я опять проиграл. Но я не хочу такую концовку, я хочу концовочку получше. Так, хорошо. Это интересно, да? И что делать? А как мне здесь? Что мне здесь делать? Он меня ловит. Может быть, как-то открыть дверь и сразу же убежать? Ну-ка. О! Опа, что-то поменялось. О, твою мать! Что? Что происходит? Почему все поменялось? Зашибись! Куда бежать-то? Ау, божечки! Save yourself, да? Круто! Он постоянно за мной бегает, и что? И что делать-то? Да ладно! Какие-то повторяющиеся коридоры? Зашибись? Что я могу сказать? Куда бежать-то? Отвали, придурок, отвали от меня! Надеюсь, ты открыта дверь. Ага. Хорошо. Что? Пароль? Какой пароль? Как его пароль-то? У меня нет пароля. Вау! Ты что? Он хитрит, падла. Он меня начинает подрезать. Блин, это безумие какое-то. Привет, весельники, как дела? О, стрелочка, что наверху? Стрелочка показывает наверх. Да? Вау, он догоняет. Так. Что? Вейк. Что значит вейк? Смотрите, тут веревка, типа петля. Стул и типа вейк. Это что? Вау, я нашел какой-то ключ. Ключ от пайп-рума. А где пайп-рум? Мать твою. Это пайп-рум, да? Вот он. Закрыто, нужен ключик. Но мне нужно как-то от этого ублюдка отделаться, да? Так, хорошо, давайте сюда. Блин, ой, безумие какое. Надо от него как-то подальше отбежать. Реально, давайте просто оббежим. Реально очень и очень далеко. И чтобы можно было успеть ключом открыть дверь. Да? Да? Добро. Так, хорошо. От него, значит, реально можно отбежать подальше. Так. Где он? А, вот он. Так, хорошо. Ой, не туда, нет. Ой, какого хрена? Ты же бы... Вы поняли, да? Он должен был быть внизу. Так, нужно ключ взять. Вот, pipe room. Так. А! Не открывается проклятая дверь! Я же выбрал pipe room. Проклятый.
Ладно. Мы тогда это дело обежим. Еще разок. Не убудет. Блин, пайп-рум какой-то. Ну помогите мне, чего висите это? Вот, пайп-рум. Да, открыв... Блять, что за фигня? Это значит не пайп-рум, что ли? Бред! А где пайп-рум? Может быть, я где-то пропустил еще комнату? Ой-ой-ой-ой-ой, меня аж чуть не затянуло. Так, вау! Пайп-рум, блин. Зашибись просто. Зашибись, бро. Ой, меня преследует... Опа, это что? А! Че, дверь-то закрыл? Ой, он дверь открывает, ему плевать! Ему плевать на запертой двери. Ха-ха-ха-ау! Гамора! Гамора, так, куда бежать? Блин. О, неужели? Три. Странно. Это, видимо, был какой-то баг или глюк. У меня почему-то пайп-рум не активировался ключиком. О божечки. О божечки. О божечки. Нет, реально, мне пришлось, короче, умереть. Я здесь умер уже. И после смерти только у меня заработал пайп-рум. 372, 372, 372, 372, 372, 372, 372. Надеюсь, мы успеем. 372. А, да, детка! Я спасен, да? Я ближе, ближе, ближе. Победе к спасению, так. Что это такое? Что это? Что? Что? Куда? Куда мне топать-то? Надеюсь, я иду правильно. А то просто какая-то жесть будет. Ой, что? Он наблюдает. Убей себя. Что? Я не хочу убить себя. Вы охренели, что ли? Убей себя. Так. Ай! Что? Что? Ай, блядь, я не успел прочитать. Что-то там... Что-то там, в общем... Нужно убить себя, да, и игра закончится. Убей себя. Проснись. Ой! Убей себя, типа проснись, и это ключ. Свобода. Было написано. Так, сейвинг прогресс, да? Что это? Так, я повесил сам себя. Что произошло? Я не должен был возвращаться сюда. Какого хрена? А что здесь? Эй! Я же спасся, по идее. Что за дела? Ну, давайте посмотрим. Ой. Ой, как-то это не позитивно. Темно и страшно. А-а-а, я теперь по ту сторону клеток, да? Как будто это я поменялся местами с этим монстром. Жесть. Так, это я вообще где? Опа. Посмотрите. Тут прям каруселька такая с клеток. Жесть. А этих травят газом. Это какая-то комната пыток, как будто. Да? Не сюда? Так. А этих, видимо, режут. Какая жесть. Вы только посмотрите. Этих сжигают в раскаленной лаве. Или плазме. Или в огне. Какого хрена? Диванчик? Хорошо. Так, мы все выше и выше. Посмотрим, что это все значит.
Оу, понятно, бро. Тебе меня уже не остановить. Я иду к своему спасению, надеюсь, что это спасение. Труба. Ну ладно. Мы вылезли в трубу, да? Это что, лесочек? Окей, бро. Так. Хорошо, ну допустим. А что я здесь? Просто комната, да? Опять. Все то же самое. Страшный лес, красная аура, туман. Жесть, да и только. И что? Я не могу вернуться в настоящий мир? Я типа застрял здесь, в этом проклятом месте, что ли? Шикарно. Это что? А, это карта. Парк. Карта парка. Зашибись. Ну, давайте что ли изучать. Опа, опять глаза были. Белые здесь, в темноте. Но у меня же ключи от своей квартиры есть. Ведь не просто так. У меня есть ключи от своей квартиры. Значит, я, по идее, должен вернуться домой. Ну, чисто логически, если порассуждать. Мне бы не давали ключик, если бы я не мог выбраться отсюда. Так, допустим. Домик в деревне. А, видимо, где-то здесь мой может быть дом. И я наконец-то смогу применить свой ключик. Это было бы очень круто. Так, хорошо. А где мой дом? Я его смогу узнать? Если вообще он есть здесь. Может быть, там, где флажок, да? Скорее всего, это домик с флажочком. Да! Ха-ха! Отлично. Так, допустим. Hello, доктор Уоррен? Доктор Уоррен, это кто? Туалет? Хорошо. Хм, подозрительный какой-то механизм, да? Ладно, пока мы не будем его исследовать, посмотрим, что есть. Холодильник. Заперты. Так, телевизор. А, это компьютер, прикольно. Так. Понятно. Как много. Доктор Уоррен, знаете, здесь такая музыка играет позитивная. Возможно, у меня еще есть надежда. Надежда на спасение, да? Что-то здесь говорится про то, что этот, видимо, красный свет, это... На самом деле, это не так плохо. То есть, красный свет, он как бы, что ли, переходный. Возможно, он даже может меня спасти, да? Ладно, давайте... Будем экспериментировать. Так. Да. Не нужно с этим играть. Это небезопасно. То есть мне нужно, видимо... А, что-то есть. Это что? Типа радио какое-то? Или рация, да? Так. Вот здесь инструкция. То есть мне нужно как-то все это дело прочитать. И активировать. Вот, какие-то координаты, смотрите. 3, 8, 1, 120 градусов, да? 3, 8, 1. Это темный тоннель какой-то. А, смотрите, и красный плейн. Тут другие координаты, да? Так, хорошо. 3, 8, 1, 120. И 7, 6, 2, 30. Твою мать. Ладно, будем думать. 7, 6, 2 и 30 градусов, так. О! Какого хрена? Я что, опять что-то не так сделал? Это Red Plane, о чем писали в записках, что ли?
Ну ладно, давайте. Рубильник сломан. Замечательно. Но я взял проводки какие-то. Надеюсь, это дело мне поможет. Их страх — это свет. Что? Бочка? Ее, кстати, можно как-то активировать. Почему-то. Как-то. Почему-то. А, смотрите, у меня ключик пропал от моей квартиры. Генератор? Так, давайте думать. Здесь, видимо, все не так просто. Ладно, друзья, давайте здесь поставим паузу, а продолжим мы, наверное, уже в следующей серии. Игрушечка реально не короткая, игрушечка внушительная, поэтому не будем растягивать все это дело на очень длительное прохождение. Лучше скоротать серию, сделать их побольше. Серии имею в виду. Так что, всем пока, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте. В следующей серии мы по-любому пройдем игру. Пока! Вот когда я иду, я слышу какие-то звуки, знаете, как будто кто-то там ходит, что ли, или наступает на щепки деревянные. О. Окей. Вау! 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 Твою мать! Что это? Что это, твою мать? Вау, да хватит так делать! Ой! А что это значит? Вау! Стены! Стены, твою мать! Нам сюда?